начал. Ну что, ребят, всем салам. Сегодня у нас будет оффроуд, да необычно, а на эвакуаторах. Со мной Мурат. Реально, зачем мы это сделали? В общем, только что перед этим видео я посмотрел, что он там вообще по Ютубу. И не понял, что на эвакуаторе фактически никто не делал никакого оффроуд. Может быть, я буду первым, кто заснимет эту шнягу. Может быть и нет, может быть и да, я не знаю. Но просто проверим, и как это будет вообще, я не знаю. Короче, Мурат, поздоровайся. Может быть, услышит. Так. Блин, это так стрёмно. Короче, давай попробуем вообще забраться на эту. Вот будет вообще достижение, если... А, нет, кстати, мы забираемся. Ну, я забираюсь. Прикинь, газелисты выехали на оффроуд. А тракторов-то нету? Ух, ё, у меня... О, все, не потемнело. Если что, то я тут от первого лица гоняю. Так. Этот звук пятимесячного мотора. Так. Вот эти вот волны. Может быть, потом на видео посмотришь, как это вообще все выглядит. И ты такой полетел. Давай аккуратнее тут это. Как бы не оффроуд, это тачка все же. Так что поаккуратнее надо. Давай сейчас налево тогда. Сейчас вон туда вот съездить. Вот так вот. Давай, давай, давай. Нет! Мурат! О, проехал. Так, будет нормально. Вот прокатил, попробую вот тут вот. Нормально прогонишь или же нет? Так, ну вроде нормально. А вот сюда вот встану, давай. О, все, тонешь, 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 тонешь. О, выехал. А сейчас с разгона попробую. Брат, вообще, вот какие ощущения вот все? Ну и на как ты катаешь? Нормально это проезжается, нет? Со стороны кажется, что как будто это грузовая газель. Но на самом деле это просто шнега. Сейчас я тогда попробую. О, полностью вошел. Сейчас с полным ходом так возьму. Так. Ты что, утопился? Ой, сзади. А, нормально, значит. О, все, затопил. У меня еще 16 регион тут сидела. А у тебя что за регион там? Ну, почти что твой, знаешь. Поехали тогда на кольцевую сейчас. Мы, наверное, единственные люди, которые не используют машины под назначением. Ну, именно рабочие. Так. Да, снимай, снимай. Опа, вот это. Давай начнем вот оттуда. И кружок. Давай. Два круга. Три, два, один. Поехали. Поехали, поехали. Ой, затормозил. Знаешь, вот здесь вот, ну, не вариант вот на вот таких вот машинах кататься. Сразу еще аварийку включил, ну. Все, стой, стой. Давай еще раз. Так, давай. Три, два, один, погнали.
О, ты догоняешь? О, стой, 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 я сейчас ушатал. О, дерево валяется. Знаешь, еще вот эта вот газель плашмя падает. Вот это вот мне понравилось. Давай попробуем сюда вот заехать. Вот на эту вот горку. Ты где? Вон ты. Я хочу попробовать. Я конкретно хочу попробовать. Сейчас посмотреть, докуда дойду. А, я вас понял. Все, задняя дрезина началась. Да ну, прям пошел. О, я об дерево ушатался. Сломай мне его, пожалуйста, я не могу выходить. О, я в нем прям. Давай на пролом такой, бам. Первое дерево есть. Второе, третье, четвертое. Ты не то сломал. Пятое. Я и так стою. Тупо все в деревьях. Бам. О, все сам. Ну так-то да, тут прикольненько подниматься. Ну, давай сейчас красивый кадр возьмем. Ну и закончим это видео, потому что и так уже на 6 минут мы говорили. Так где? Вон ты, да. 2. Да, два газелиста вот так вот чисто. Да. Ну что, ребята, всем до свидания, всем пока. Надеюсь, хоть кто-то это видео посмотрит, а не именно мои, кто-то там, да. Всем до свидания, с вами был Арарат и непосредственно Мурат. Почему? Почему не один?